наша 8-я больница, когда она не ковидная, здесь есть отделение пульмонологии, отделение неврологии, и сегодня, учитывая, что больница вся переходит в ковидное, есть в отдельно стоящем здании, в дополнительном здании будет расположено наше отделение пульмонологии, если так оно рассчитано на 40 коек, оно будет рассчитано сейчас на 10 коек. Мы расширили пульмонологическое, терапевтическое наше отделение в нашей 11-й больнице. Хочу напомнить, что 11-я больница на сегодняшний день берет весь удар на себя, она не ковидная, там будет увеличили количество коек терапевтических с 40 до 100, и сегодня 11-я больница, вот все пульмонологические пациенты будут именно в 11-й больнице, но здесь, в 8-й больнице, как только ситуация с ковидом стабилизируется, обратно будет открыто пульмонологическое отделение и неврология, но сегодня будут принимать врачи, пульмонологи в этом отдельно стоящем здании.